На пляже в Австралии нашли зубы гигантской древней акулы. 7-сантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику, известному как большая зубчатая узкозубая акула. На австралийском пляже был найден набор зубов гигантской доисторической мегаакулы, которая была в два раза больше белой, сообщает Физорг. Палеонтолог-любитель Филипп Маллали наткнулся на уникальный артефакт, когда прогуливался по местности Янджуки, расположенной примерно в 100 километрах от Мельбурна. «Я шел по пляжу в поисках окаменелостей, повернулся и увидел часть зуба в валуне», — сказал он. «Я знал, что это важная находка, которой нужно поделиться с людьми». Старший куратор палеонтологии позвоночных музея Виктория Эрих Фицджеральд подтвердил, что 7-сантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику, известному как большая зубчатая узкозубая акула, Каркрик Элен из Тайденс. Он подчеркнул, что большая редкость обнаружить несколько зубов одной акулы. Каркрик Элен из Тайденс населяла океаны Австралии около 25 миллионов лет назад, питаясь мелкими китами и пингвинами. Она могла вырасти более чем на 9 метров в длину. Ранее в Южной Африке палеонтологи нашли останки древнейшей рыбы, целоканта, жившей в морях Земли примерно 360 миллионов лет назад. В Португалии обнаружили древнейшие яйца крокодилов. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.